Ладыгин лайкнул сообщение болельщика «Зенита», написавшего этот хэштег, в комментариях под одним из постов в официальном аккаунте клуба в Инстаграме. Позже вратарь удалил отметку «Нравится», комментарий болельщика был также удален, но пользователь социальной сети под ником собакаворонов90 успел сделать скриншот и опубликовал его на своей странице. «Не могу сидеть в стороне и смотреть на то, что я не делал. Отношения с тренером всегда были хорошие и по-настоящему рабочие. Мы, Зенит, и должны добиваться результата вместе. Я прошел через много трудностей и не допущу клевету на себя, команду и клуб. Я благодарен Зениту и его болельщикам за все, что было, и, дай бог, будет моя вторая семья. Это Зенит. Разногласия бывают, но мы не перестанем трудиться, биться, помогать и уважать друг друга. Таков я и моя вера. Спасибо», — написал Ладыгин в Инстаграме.